Друзья, всем привет, с вами Капанда, и сегодня играем в Roblox на Плейси Майнер Симулятор. Короче, будем майнить, будем копать. Смотри, для этого у меня есть такая супер лопатка. Супер штыковая лопатка. Я тут маленечко уже денег подкопил. И у нас есть, как обычно, супер рюкзак. Куда мы будем складывать нашу чё? Чё мы майним? Обычно уголь майним? Или будем биткоин майнить? Не знаю. О, подписон. Подписон, здорово, поздравляю, ты видоси. Как дела? Как дела? Ну-ка, что намайнил уже? Покажи, какой там у тебя рюкзак есть. Ого, у него уже за 300, он крутой. А я маленько бичара еще. Так, у нас есть лопата. Так, что мы тут делать так должны? Короче, здесь то же самое, как и симулятор сокровищ. Мы просто будем здесь добывать наш... Ну, не знаю, не песок, а землю. Давайте вот так хлобысь. Видите, роем. Она накопится. Вот у меня 50 уже. Уже 19 накопилось. Здесь мы маленечко покопаем, и сейчас нам будет опять сдать. Хлобыть. Все, сдаем. Здесь мы продали, нам дали, как обычно, лавандос. И лавандос мы можем потратить вот тут. Мы можем купить, что мы можем купить? Мы можем купить кирку. Вот у меня сейчас лопата. Вот тут всякие ломы, потом идут топоры, бензопилы, какие-то буры. Ой, ёлы-пал, что только нет, динамиты всякие, бомбы. Во-во-во-во, это что такое, телепортер, это зарабатывается. Ну-ка, что у нас самое дорогое? Самое дорогое у нас... О, ножницы какие-то золотые. Во, самый дорогой Зевс-став. А, посох Зевса, будем молнии фигачить. Нифига, у него 300. Он уничтожает 300 блоков сразу. И скорость у него умножена на 200. Вау, я хочу его. Я, конечно, попробую его купить, но я сомневаюсь, что у меня хватит терпения столько там делать. И самый дорогой Quantum Backpack. Короче, рюкзак. Квантовый рюкзак за 800 робаксов он стоит. И бесконечный, бесконечная вместимость. То есть можно на ночь поставить и пускай манит. И ведерко. Магическое ведро 100 тысяч вместимость и стоит 5 миллионов. Ёлы-палы. Короче, на все надо почти 11 миллионов. Это же просто жесть. Ну что, пошлите попробуем еще помайнить где-нибудь самого глубока. Ну-ка, разойдись я. Ой, кому-то на голову. Девчули, чуть на бошку не упала. Не, она вроде не обиделась, все нормули. Так, побежали вниз. И здесь, короче, нету сундуков, вот как в симуляторе песка. Здесь есть минералы. И эти минералы можно тоже будет хапать. Ну, в смысле, добывать. Давайте. Что-то тесно, эй, кто меня тут в бок пихает? Эй, подвиньтесь, что-то у вас как банки в селедке набились-то, вы чё? Ну-ка, двигайтесь. Все, уже продаем. Что-то я быстро у меня накапливается этот. А, кстати, друзья, я вспомнил, я хотел еще показать вам, какие здесь я нарыл коды. Я нашел два кода. Первый код это майнер. Вот он был. Ну, майнер это значит у нас копатель, добыватель, ну, либо шахтер. А майнер, а второй это рич. Типа, не знаю, богач как-то, богатей. Вот, вводите два кода и вам дается там немножко монеток. По-моему, там 600 и 100. Я не помню. Ну, где-то меньше 1000. Примерно как-то так. О. Ой, так девчуля, это тоже мой подписон. Что-то я тогда ее зашиб, что-то не узнал. Будешь богатая, я тебя не узнал. Будешь богатейка. Это я тебе чуть на бошку не свалился, да? Ну, ты там хорошо копала, я видел. Ну, что, побежали? Подписоны, побежали копать. Все, побежали копать. Оп. И вниз полетели. Еще разок, вниз, и хлобыть. О, золото, я нашел золото, дайте мне золото нарыть. Оп, золото, единичка золота. А куда его потом нужно будет придевать? А, я не успел его взять, А это что у нас? Не знаю, что было, я не успел взять. Ладно, давайте опять пробуем, копаем. Мне нужно накопить за 50. Ну, не за 50, давайте купим новую, кстати, этот. Я хочу купить новый рюкзак, что-то долго. Слишком долго копить, но тот за 3500 я куплю, нет, не лопату. Лопата у меня пока более-менее нормальная. Я хочу купить рюкзак. Так, покупаем рюкзак. Следующий за 1200 на 145, нормуль. Все, побежали. Рюкзак у нас уже есть. Где там мои подписоны? Где вы там копаете? О, у тебя клёво, кстати, вот это, лопата. Не лопата, а лом какой-то, ты прям как халва. Морган Фриман. Ой, не Морган Фриман, как его там? Мистер Фриман, как его звали-то, уже в халве забыл. Все, побежали копать. О, 145, теперь можно нормально. Сколько мне принесет, интересно, мой полностью забитый рюкзак? 145 мест, у меня 450 монет. Сейчас мы все накопим и сдадим, и глянем, сколько нам дастся. Давайте, ребята, долбим. И сдаем.
Ага, 290. Короче, одна ходка 290, например. Ну, что-то не густо, если честно, я думал, будет больше. Так, куда она полетела? Я хочу за ней. Так, опять на бошку и не упасть. Бэйчик, упали. Так, тут что-то еще было. О, я какой-то минерал нашел, смотри, что это? Кол, это уголь. Это уголек. О, тихо, как наверх. Там какой-то сундук был, тут же нет сундуков. Где он? Где сундук? Я выпал, я хочу как-нибудь наверх. Эй, сундучок, ты где? Наверх. О, сундук, я нашел сундук. Денежек. 50 всего лишь там? Я думал, будет побольше. Так, о, они тут что-то долбят. Я еще нашел уголь. Уголек, это хорошо. Лучше ничего. Так. Какие-то лабиринты нарыли. Куда? Вниз, вверх. Куда идти, куда выходить? Что-то мы заблудились, походу, делать тут. Ладно, буду здесь вниз долбить. Все, пошли рыть. Сейчас все равно мы быстренько накопим и... Пойдем сдавать все? Конечно, пойдем сдавать. Давай, дружище. Долби. Давай ее. Давай, мой хороший. Давай, дружба. 40 осталось. Я не успею до конца. Бенчик вниз. О, у нас тут появился фосилс какой-то. Все, продаем. Сегодняшняк продали. 376 монет заработали. Ну, это нормуль. Сейчас потихонечку мы накопим на новую лопату. Надо будет, кстати, глянуть, сколько там лопата новая стоит. По-моему, я покупал за 700, что ли, за 900 лопату. Во, нифига он тут уже насверлил перфоратором своим. Ну-ка, давай здесь долбим. Давай, вот так, хорошо. Он закапливается. А мне дается по семерочке, да? Hello, здоровенько. Здорово, поздороваемся с человеком. Hello, привет. Хай. Каюшки-какаюшки, как говорится, и долбим еще. What's up? Я что-то... О, золото! Какие-то рубины золота. Видите? Я не могу добывать это золотишко. Мне нужна вот эта вот какая-то штука. Ракета, короче. Ну-ка, эти-то могу. Я, короче, ничего не могу добывать. Короче, у меня фиговая лопата. Этой лопатой золота не добудешь. Сыт с лопатой не будешь. Нужно срочно копить деньги. Давайте глянем, сколько стоит следующая у нас. Так, это мы продаем. И глянем, сколько у нас следующая лопатка стоит. Лопата, сколько ты стоишь? Ага, лом стоит 2000. Это добывает по 7, лом будет добывать по 10. У этого скорость 5, у этого 5. Ой, да не намного, не сильнее. 15, 6, 7. Надо вот на бензопилу копить. Ой, да надо все копить, и денег нет. Короче, тут надо фармить и еще раз фармить. Это будет очень долго. Я потом как-нибудь поиграю без видюшек, чтобы было более интересно. Потому что здесь неинтересно смотреть этот постоянный фарм. Ну, блин, что-то опять тут тесно. Кто тут толкается? О, я же вижу чьи-то ноги. Там кто-то наверху еще майнит. Сейчас мы биткоины, наши битки-то и нафармим. Накопим на один биткоин и продадим его, да? И будем богатее. Давай, дружище. Он с киркой такой. О, смотрите, он какой-то зеленый, с киркой же, да? Все, продаем опять. Сколько? 290, да. 290, у меня уже 1700. Я накопил почти 2000, да я уже вообще богатею. А где мои все друзья? Они там где-то, наверное, в кучке где-то собрались, и там хотят кучу биткоинов нафармить без меня. Ну-ка, давайте подвиньтесь, ребята. Подвиньтесь. О, куда-то в бок пошли уже, что ли? Ну, куда в бок пошли? Ага. Вот спон, тут я вижу, о, какой-то зеленый, эмеральд. Мне опять не хватает, у меня фиговый этот, копалка. Я со своей копалкой ничего не могу сделать. Это что такое? Это же сундук. Сундук-то можно накопать или и сундук нельзя? Капец, мне везде нужна эта ракета. Ракета нужна, срочно ракета. Без ракеты тяжело, как говорится. Ну а что делать? Нужно, короче, копить. Без денег ты здесь никто. Так, я накопил 2000 сейчас у меня будет. Ну, я, по-моему, за 2000 ничего не куплю, да? Так, у меня 2000. Ну, ладненько, я, наверное, подкоплю еще деньжат, и мы потом обязательно что-нибудь купим, да? А на этом серию такую, просто как введение, я буду заканчивать. Все, друзья, спасибо за просмотр. С вами был Капанда. Увидимся в следующих видосах. Пока-пока.